Бакинский международный морской торговый порт превратил Азербайджан в крупный региональный транспортный хаб. Строительство и реконструкция порта ведутся в 3 этапа. По завершению первой фазы Бакинский порт сможет принимать около 10 миллионов тонн грузов и обрабатывать до 50 тысяч контейнеров, а также принимать суда типа РОРО. Со временем мощность перевалки грузов вырастет до 25 миллионов тонн и 1 миллиона контейнеров. В этом году, по сравнению с прошлым, ожидается солидный рост объемов перевалки грузов. Ожидаем, что он превысит 4 миллиона тонн. В следующем году этот темп должен сохраниться. Что касается работ по строительству нового морского международного торгового порта, они продолжаются по графику. И согласно поручению президента Ильхама Алиева, до конца следующего года все работы на первой стадии будут полностью завершены. В настоящее время в Бакинском международном морском торговом порту завершаются работы по формированию правового режима, а также технико-экономического обоснования. Документы будут представлены правительству Азербайджана уже в ближайшее время. Илькин Шафиев, Руфат Алекперов, CBC.